Протяженность линии соприкосновения свыше 2000 километров. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек, группировка. 617 тысяч. Я думаю, что это пробелы, которые не должны были бы быть допущены Министерством обороны. В чем заключаются проблемы? А в том, что формально юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема. Первое. Второе. Контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний, как бы частных военных компаний, с государством не заключались. Это главная проблема. С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. И это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав этих военных компаний. Я, например, всегда был против, чтобы они распоряжались какими-то деньгами. Все люди, я знаю этих людей, не понаслышке, у меня есть среди моих близких моих связей, дети там воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают вот рядом со мной, тоже там есть и были близкие люди. Некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за Родину, воюя в рамках этой частной военной компании. И их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий.